Ну что, народ, здравствуйте, с вами Казуку Фэмили, и как видите, мы сегодня заканчиваем играть в Адам Воль, последний финальный эпизод. Всем приятного... Что? Подождите. У меня... А чё за фигня? Подожди-ка. Почему у меня сбилась игра? Стопэ. Что? А почему у меня сбилась... Точнее, сбился профиль. Подожди-ка. Подожди, эпизод. У меня почему-то сбился профиль. И это очень странно. Ну ладно, надеюсь, это не сбой системы. Эпизод 4. Час 0. Окей. Предыдущих эпизод. Мы нашли сестру. И в нас попали. Take him somewhere to die, and take the girl away. Adam, come back for me. Come back and break the hourglass. The hourglass holds our destiny. Allie, no! Adam, Allie, lunch. Adam, honey, could you go get your little... Да, ладно. Allie, hey Allie, come on, lunch. You know. I have to finish making this first, Adam. Please. Can't you do it later? Come on. No, it must be done now. Pretty please. Прикольная озвучка. I need some help too. Can you get me some tree branches? Три веточки. Прикольно. Ладно, будем веточки искать. А где третья, интересно? И все? И что ты с ними хочешь сделать? Ты типа обиделась или чё? Подожди, а можно сарай лопаткой взломать? Нет, слишком просто, да? Клей, 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 клей. А чё тут типа? А-а-а, логично же. Она спрятала, да? Ключ. Блин, только не говорите, что в сарае начнется какая-то трешня, а? Давайте хотя бы последний эпизод более-менее это. Так. Excellent. All I need now is some red thread. I left some in the treehouse. Allie. Just that one more thing, I promise. Красная нить, аж
Игральная кость. Пластырь и линейка. Хорошо, а где пластырь? Ого! Он прям... В смысле? А чё пластырь от меня убегает? Я что-то не пойму. Чё за трешня? Енот что-то на нас смотрит. Чего, блядь? Машинка? Что это такое? А где кролик? Вот это? Вот это, блин, кролик. Корабль. Я что-то не пойму логики. Чего? А где кораблик? Подожди, мы это типа склеиваем? Шляпа? Шляпа... какая-то херня. А почему они все это так... Блин. Для чего мы это все так делаем, а? Что для куклы? А, это мы типа склеиваем, что ли? Ладно. Еще два. О-хо-хо-хо. А что это такое? Шляпа для кого? Енот, шляпу хочешь? Нет. О, подожди, для солдатика. И еще. А что это такое? Вот это загогулина. Для чего? Для чего? Для пушки? А, подожди-ка. Не понял. Вот так? Или нет? Да ну нафиг. А, подожди. Это, короче... Знаете, что я понял? Но это долго. Let's go now. Она с детства об этом знала. Really? Hiding in your childhood memories when she was still there. Now get back to reality, and you are dead. No! Timelessness.
Victim is male, mid-30s. Bullet wound to the chest. He's in... blood pressure, 50 over 40. There's no pulse. We're losing him. Stand clear for AED. Seriously? Ладно, я надеюсь, мы не копнемся. Это типа линию так соединить надо или что? Не, ну это жестко. То есть, если бы сейчас можно было бы действительно кикнуться, это было бы очень-очень-очень жестко. Вот Риви. Charging. Clear. Ada, I've missed you. No pulse. Ada, no. Still nothing. Once more. He's back. Stay with me, sir. ETA to the hospital. Подожди, 10 дней это кто? Your sister is in great danger. There's still... Who are you? I'll leave this for you. It'll help you to find her. Опана. Нас кто-то спас. А где наш? Hospital. Gotta get out of here. Уничтожить часы. Sit back, kid. The chief inspector is coming over any minute. Подожди, а где наш друг этот, товарищ? Так ты найдешь зал песочных часов. So? I wasn't dead yet. And now I had a map that showed me how to save Allie. Somehow it all felt too convenient. Но вы же не хотите сказать, что ему реально нужно отвлечь телеком? I guess TV isn't working. Shame. The TV cable is out again. Alf. А, снотворное подсыпать, рели. Логично. Логично, логично. Fixed it. Let me see what's on the TV. That's the girl who left me this box. The controversial artist Amanda Walden is now showing her new... The installations are exhibited all around the city, including the... Подожди. Забери фонарик, алло. Что там еще все? Рели к нему? Серьезно?
И что тут у нас? Так, подожди, гаечный ключ. Откуда? Перерезать? Подожди, а чем перерезать-то? Так, подсказка. Назад. А чё я пропустил? Вещи с наши забрать. Вот это я пропустил. Пистолет — это надо, важная вещь. Все, больше ничего не надо, нет? Или надо, подожди. Да, ладно. А чё я не забрал-то? Карту, рили? Так, ладно. Looks like the power is out. Come back for me. Break the hourglass. А как нам их принять и вызвал? Все, нам легче. Where to, sir? Right here. Okay. That'll. Here's 100. Make it fast. Got it. Так, подожди. Подсказка. И что это нам дало? Винтель? А чё, винтель куда-то пропал или чё? Опа-на! А чё там лежит? Прикол, что подожди. А что тут? Темно. А вот и винтель спрятанный, охренеть.
Так, подожди, может ты заберешь фонарик? Нет? Он тебе уже типа не нужен? Банально. Рычаг. Какой нафиг рычаг? Ну то явно не рычаг, это 100%. Отрезать чем? Так, ну тут везде темно. Я вижу. What was that? Where is the hourglass? Опа. Where is that hourglass? Так, хорошо, смотреть глазом, да? Символы. Что это? Часы? Понятно. Ну, проще дождаться подсказки, потому что я думаю, что в принципе это нелогично. От этого всего мучиться. Что ты можешь заставить? Это что такое? Без крышки? Какой плане? А нахрена нам ведро? Без указателей, понятно. Да, странно как-то. Пустое. О, подожди. Можешь типа. Налить воды. А я, кажется, понял. Дотянемся.
Это что мы получили? Указатель солнечных часов? А какой конкретно? Нет. Вот этот указатель. Стоп, в смысле? А как я тебе их склею? Подожди. Центральная шестеренка сломалась. Блин, это еще более запутаннее, чем я думал. Подожди, а что конкретно сюда ложить надо? Липкая. А как заставить еще один знак работать? Чё-то такое типа. Чё? А, шестеренку, блядь, сюда засунуть. И чё? Чё это за херня? И чё там? What is it you are trying to do, Adam? Don't you know that you are already... Is that me lying in that inverted room? What is happening? Откуда я знаю, на какое время? Наоборот. В смысле? Даже ты же сам показал, типа. Разве нет? Блин,
Подожди, на какое время? Еще раз она нас повесила. Я что-то не обратил внимания. На 6? Да, нет. Стоп, подожди. А где часы? This is but the beginning of your trial. Your What about the girl? Give her time to set up the effigies, then kill her. But make it look like a suicide and bring back the book. Пошли ее спасать. Только как мы ее спасем? It's opened. I hope I'm not too late. Allie, no. Так, ну я ничего. Кто-то пришел. Или это был звук чего? Нам что, типа, на дивиде какое-то послание надо посмотреть? Давай посмотрим. Hey, Ali, it's recording. What's... Amanda, my dear, what's that noise? Everything's fine. Опа-на. Ключ. А кто это? Allie, is that you? You? How many times must we kill you? You will die. Ooh.
смысле? А откуда я знаю, какие символы надо нажимать? А, одинаковые. Раз, два. Давай. Stop it! I'll stop once you stop breathing. Пошел ты. That was close. Фанатики. Какую-то книгу искал, да? Так, подожди. Так, еще что-то. Что-то еще. Подожди-ка. Так, вот почему на нее чернильные. Ага, в последнюю очередь он обыскивал, осматривал картину, пролил чернила. Нет. Ладно, проще подсказку сейчас использовать, чтобы особо не мучиться. Так. Подожди, ящики. Не эти ящики, а какие ящики? Ага, это код к сейфу. Но компьютер, судя по всему, не включится, да? Это что? Мне кажется, тут не хватает чего-то еще. Да. Фрагментов не хватает. Ладно. И судя по всему... Так, подожди. А как его присоединить? Алло. А, понятно. Пароль. Что значит 70 10 40? Что 70 10 40 80 120? 70 10 40. Так, подожди, мне это надо записать, потому что я это вряд ли запомню. С
70. 10. 40, 80, 120. Так, ну мне что-то кажется, тут может надо убрать нули или нет? Подожди. А как? Серьезно? Что ты мне предлагаешь? Назад? Десять, двадцать пять, рили? Одиннадцать, сорок пять. А, понятно. Так, подожди. Шарф. Это что такое? Мобильник. Подожди. А это что? Are in their place. The rite has begun. I did everything Ali said. Your time has run out. Так, подожди, части картины. Там, скорее всего, осталась последняя головоломка. Ну, естественно, я не хочу их перетаскивать. Мы сейчас просто дождемся. И все. Вот. А так, в принципе, мне интересно узнать, чем все закончится. Почему бы нет? Просто ждем. Так, ну у него же такое же. Подожди, это один знак, а где второй? А вот второй мы еще, блядь, не нашли. Чего? А что это такое? 70. В смысле? А почему? А, подожди.
А, вот, 70, потом 10. В смысле? А, надо прям 10, потом 40. Потом 80. И 120. Блин. Семьдесят. По-моему, потом 10. 40. Да блин. Семьдесят. Десять. Сорок. Восемьдесят. А, 20. Да в смысле? 70. 10, 40, 80, а, наконец. Опа-на. Семьдесят три, десять. Подожди. Это мне сейчас эти предметы, что ли, найти надо, или чё? Очень интересно. Стрелки часов. И что это за фигня? Гвозди. Нет, ручки. Так. А что тут? Ага. Так. А что дальше? Это что за херня? Часы. Вот
Это что такое? Понятно. Так, ну подожди-ка, если там 7310, то значит 9734 натуре. Так, а что дальше? Второго глаза нет. Замечательно. Подожди. И что? Стрелки часов. Ну. Логично. Playing another game? Indeed, we are the game. Once again, you stand near the end. This time, it is the light. Never believe that. I will save my. Your beliefs are irrelevant. The follow it, and it will guide you to. И чё в этой старинной книге? I don't even know why I'm reading this occult nonsense. Ага. Yeah, right. It's got my name on it. Thrilling. Okay, book, show me what you've got. That acolyte had a necklace with this same symbol. Так, подожди. И чё? А дальше-то чё? Всё? Подожди. А чё мы сюда припёрлись, типа? Почему? Что? Подожди. А как ее закрыть-то? Книгу-то? Some noise in there, and I'm hello. А куда мне валить-то? Подожди-ка. Adam stood at the circus square, looking at a beautiful statue. The Angel of Time. He knew it was his only ally. Seems you're right, Book. Next stop, Circus Square. Это получается раз символ, два символ, три. Три символа, типа, нихера себе. А как валить?
Как валить-то? Чего? Подожди-ка. В ту дверь нам не позволяют вообще идти, да? Чего? Everything's fine. Don't worry. Oh, okay, darling. I'll leave the car keys in the mailbox. Good night. Отлично. Так. Подожди-ка, это случай... Да? Give up, Adam. And don't worry. Your sister... You, however, will end up like a ma- A dead man, threatening an immortal one. You've... Sir, sir, sir. Who- We have performers, dangerous animals. This isn't... I'm looking for this statue, this... No, no, no. You are not listening to me. There- So unless you are a performer or a mem- Please, li- If you catch the coin I'm tossing while it is in the air. You did it. No more fun for me. Fireworks would be. Да, куда подсказка проведет? Да ё-моё. Так, а чё мы взяли? Две рации и шипучку. Мысли. А, так, подожди-ка. Чего? А, это очередная головоломочка. Это, короче, нам надо, типа, пропустить через второй. Это, короче, как в Broken Sword было в ремейке. Я помню, это было очень сложно. Все это передвигать, сдвигать, подвигать. Да? Походу, что да. Ну, короче, общий смысл вы поняли. А, даже так. Дальше.
смысле? Это не тот знак? А, вот он. Adam was alone in the circus. Except for another one. Hey, can I borrow your costume? Of course not. But this could be fun. No. Well, I kind of figured getting back inside wouldn't be that easy. И как его устроить? А, тут What do you want? The guard already. Опа, может, пацаны? Firecrackers? About rocking some fireworks. Awesome. Here you go. But you set them off on my mark. Yeah, man. But what's the sick? Ah. Во. We'll use these. Walkie-talkies, cool. Can we keep this too? Just do as I say and run before the guard from upstairs. Got it. We'll wait for Так. Что тут? Магнит и палка для селфи. А, подожди. Now. Incoming! Ooh, fireworks! А где шокер, подожди? Так. А как А как переодеться с такое? Да, приколюха.
Да, подожди, а что тут делать? Вопрос. А что делать? Да, нет. Так, подожди, а ключ был походу от этого, да? Тут красный диск со звездой. Если не получится. А еще одна зеленый диск. Так, а вот этого я не предусмотрел. Еще один. Это очень-очень странно. Неужели? Move along, sir. The exhibition is over. Move along, sir. The exhibition is over. Так, подожди, мне показалось или там щиток? А, понятно, ладно. Так, пацанов больше нету. А это значит... Вот чё мы. Балерина. Котик. Конфета какая-то. Клетка. Это перо запись. Ладно. Здесь перо мороженое балерина.
балерина и перо. Как же сложно найти среди всего этого что-то нужное. Балерина и перо. Блин, вот где она может появиться, вопрос. Балерина-то. Это котик. Вот она. Среди мороженого спряталась. В смысле, лампу? Потереть? А как? Какую лампу вообще, Аладдина? Где она? Отлично. Так. Синий, зеленый, желтый, синий, красный, зеленый. А какой цвет должен быть? У всех. Но это трэш. В том плане, что я даже не знаю, какой цвет должен быть. Это чистый рандом. Забирай. Так, ну книгу-то можно открыть, какой там знак-то следующий. Point Tower. A beautiful view over the whole of San Francisco. From here, Adam will spot the missing. You bet I will. Так, ну нам надо, наверное, переодеться обратно. Или уже нельзя? А как я... Sir, did you see some kids around here? They were so... Well... Hey, fatty, over here! Wait, I'll get you this time! Молодцы. Камеру.
Так, а что сделать? Приклеить надо? Или что? Так, вопрос, на какой хрен мы вообще сюда пришли? Подожди, это... Ха. Взломать. Ого. А как это все работает-то? Это их типа надо соединить или что? Да, лучше не рисковать, лучше подождать. А что тут? А! Тогда понятно. Гениально. Чего? Забирай. Подожди. А, и здесь надо типа пройти, да? Значит, ждем и здесь. Чтобы тут пройти сложную головоломку. Мне кажется, уже скоро игру пройдем, где-то минут через 15 или 10 Погнали, что. Аарон looked from the window of the court tower and searched for Allie, because she was underground. Аарон knew this to be the truth. Well, you missed this time, Book. I'm not wasting my time sights, and I got a line from the future for you.
No death. Goodbye, Book. I'm done with your pathetic writings, Vite. Now it's time to end your miserable life. Мы идем метро. The train of time is coming, Miss. Its final stops are life and death. Which line will you pick? Oops, not your... Let's wait for another train of time, just like you do with your sister. You little... Catch me if you can. Слушай, подожди, Зака, в каком плане? Блин, да давай быстрее, мужик. Давай. Блять, как противогаз одеть? Наконец. No use for this. It's for the mortals anyway. И чё? Опять этот куб. Так, подожди, а что делать дальше? Подожди, а что дальше-то? Нарисовать дверь? Рили? You followed my book to the letter. Do you believe me now? Do you believe that you can be immortal? Where's my sister? Somewhere safe. What am I supposed to do? Just say the words and join us. Timelessness. A society of immortal eternity awaits for a vivid soul. Release Ellie right now. Oh, your lack of faith is not doing you any. Чего? At last. Wolf is at the crossroads. Still hopeful to find his sister. Fear not. You will. You read the book. You walked. So, one bullet to prove you both wrong. Double the excitement. Or one bullet to prove you dead. It's a pity that you seem to have forgotten I already killed you, and then gave you a second chance.
I didn't even stop Allie from leaving you that watch. I see you think I didn't know. Allie! Not until you give me the fine. Look at this beautiful hourglass. Just stand in front of it. The time of that person will soon disappear. Just as it does with humans who don't understand. And eternity will be yours. Given. Guess whose name was the last one I whispered here? Amanda. No. You monster. She was my best. Take them both. Not yet. It's not time. But very soon, it will be. Allie, are you all right? God, I'm so happy to see you. But Adam, I'm not who you- Of course you are. You're my little- Adam, I love you so much. And I'm here, Allie. It's all over now. Mm-hmm. Adam, no! It's not over. I wanted to reach you and- What do you mean? You think they'll kill you? I'll break this hourglass once and for all. Adam, you don't understand. They tricked me into speaking your name before the hourglass. Adam, you're running out of time. And all because of me, Chivo. You see, Mr. Wolf, you're right where... Goodbye, Mr. Wolf. You owe me one, Wolf. I did it. I found my little sister. Finally, she's free from the grip of the... And I paid the price. I can almost hear the sands of that damned hourglass. And they're wasting my time for Allie's freedom. I saved her, even though it might cost me my life. Чего? Что-то я немного нифига не втираю. Он ее нашел. Тот хрен скрылся где-то там. А мы. Ну, типа, она произнесла в часах. Я так и не понял, они типа с сестрой спаслись, а Аманда была в часах тех, походу, да? Как-то немного скомканный конец. Я, конечно, типа, ожидал большего. Но. Блин. Прикольно, конечно, но чё-то концовка такая, типа копы прибыли, а тот тип скрылся, походу. В каком-то разъеме, проеме. Короче. Как-то быстро. То есть вроде прикольно, но... Концовка какая-то такая себе. Что типа часы шепчут мое имя. Да. Но, короче, как-то так, не знаю, типа... Типа норм, но... Типа как-то странно. Ладно, в принципе... Вот мы и прошли такую необычную игру Адам Вольф. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. Будем играть что-нибудь другое, интересное. Но, в принципе, мне игра-то понравилась. Но я не прям такой концовки ожидал, да? Ну а всем спасибо за внимание. Всем до скорого. С вами был Казуков Family. Всем до скорого. Всем удачи. Всем пока-пока.